На протяжении четвертой волны коронавирусной инфекции все 30 коек кардиохирургического отделения были отданы больным с ковидом. Теперь же здесь уже проходит прием плановых пациентов, а их у докторов, к сожалению, немало. Мария Мироновна ждала этого момента несколько недель. В ближайшее время женщине, которая здесь, к сожалению, не в первый раз, будет оказана профильная помощь. У меня гипертония уже с 30 лет. А в 97 году у меня первый был инфаркт. В 16-м году инсульт, ну а сейчас уже 3 года я на этом, пульс, частота высокая. Я уже прошла месяц назад тут, но оказался тромб, и мне ничего не делали. Пока же число госпитализированных пациентов около десятка. Есть среди них и те, кто уже перенес оперативное вмешательство и сегодня постепенно возвращаются в привычный ритм жизни. Да, пока используются не все мощности. Это тоже отчасти мера предосторожности. Однако со временем темпы работы вернутся в привычное русло. К сожалению, проблемы кардиологического профиля не теряют своей актуальности. Более того, пациенты, тяжело переболевшие ковидом, нередко обращаются сюда за помощью. Конечно, мы заметили то, что больные, которые перенесли коронавирусную инфекцию, конечно, у них, если болезнь была в так называемом спящем режиме, то она манифестируется после перенесенной ковид-инфекции. И количество, конечно, их возрастает. Болезни системы кровообращения, они на первом месте находятся практически во всех странах мира. Поэтому у нас нет дефицита пациентов. Брестская областная клиническая больница относится к третьему уровню оказания медпомощи. Здесь принимают самых сложных пациентов со всего региона. На время очередной волны пандемии было перепрофилировано 7 отделений, 3 из которых по-прежнему работают с ковидными пациентами. Несмотря на все трудности, в учреждении здравоохранения продолжали и продолжают проходить учебные занятия. Переподготовка специалистов, которые сегодня как никогда нуждаются в передовом опыте. Проводились и высокотехнологичные операции. Тем, кому действительно нужна была профильная помощь, она была оказана в полной мере. Количество экстренных операций увеличилось, количество плановых операций, можно так сказать, не уменьшилось в связи с тем, что поток и наши обязательства перед листом ожидания, они все были выполнены. Может быть, сформировался некоторый отсроченный спрос за это время, потому что пациенты, которые имеют плановые заболевания, не все появились у нас в связи с заболеванием коронавирусом или в связи с боязнью коронавируса. Но мы к этому готовы в дальнейшем. Следующим чистым отделением в областной клинической больнице станет торакальная хирургия. Что же касается других учреждений, то постепенно в привычный режим работы возвращаются роддом и областной онкологический диспансер.